кучу попадут. Ох, смотри, какой одинокий, одинокий хмырёныш куда убежал. Так, а ты у нас... Ну ты, ладно, стреляй. А ты пердани давай. Пердани немножко, да? Видос. Мы требуем новое видео прохождения Dark. Я же сказал, наберете 50 лайков, будет видео. Приветики, рулетики. Вот долгожданная вторая серия, которая начнется с самого начала опять. Потому что я решил заново начать, ибо из-за вылета на третьем ходу тогда, да? Да, блядь, сейчас уберутся экранчики, баринка. Когда у меня здесь вылетела игрулечка при взятии Асгилета, я покопался в интернете и откопал там такую историю, что надо скачать небольшой zip-файлик и пофиксить этот косячок, осада при вылетах и так далее. Вот, я это скачал, ссылочка в описании на эту тему. Скачал его, распаковал, пофиксил. Но очень важный момент, нужно заново переставить русик. Русификатор и потом клинбат сделать. Потому что русик сносится нахер. Ну, частично сносится. Русик частично сносится после этого фиксика. А потом все, да, все. У осады все играет, все работает, все замечательно. Ну что ж, лайки набраны, поэтому продолжаем эту историю. Быренько сейчас пройдемся. Что тут с ключевой, естественно. Вот эту херню надо ставить, домостроителей, блядь. Потому что шахты больно дороговасты. А в перспективе это вложение, это инвестиции. Это инвестиции. Естественно, здесь... Этому Гашу, браташу. Тут не знаю, может и не надо, потому что шахты там ничего такого нету толком. Вот тут надо однозначно, потому что вот эта вот штучка классная, черный храм. С нашей элиточкой будет фигачиться, и еще шахты есть, да. Ну что, денежков уже почти нет, надо обязательно сэкономить денежков. Вот на вот этих парней. Да. Так, и... Башенки, наши башенки. Беги быстрее. Бурс, ты наш бесстрашный бурсик. Тебя тут не должны за яички поймать, твои оркские. Так, гадмок вышел. Быстренько сделал строительство. И вернулся обратно. Парниша пока сюда тусуется. Ох, тут фарамерчик, понимаешь, сидит. Че у них такие рейнджеры? Рейнджеры полиэтилена и ничего... Непонятно, какие они, красивые или не очень. Непонятно. Ну и ладненько. Так, пожалуй, отправим стрелка сюда. И парни тоже себя перемещаются. Надо укрепляться. Ты пока посиди ходик тут, братишка. А наш Ахарахильчик отправится в долгое путешествие в Минасмургу. Ахарахильчик с... Слепой старикашечка. Так, тут... блин, вот эту... Надо строить, конечно, эту херню. Они прям, бля, чудесные ребята. И... На подмогу. Давайте на подмогу, пожалуй, бегите, действительно. Потому что... как показывает практика... У Гондора почему-то... Просто дичайший стояк. На Минасморгул очень нравится ему эта архитектура. Это. Они обязательно его хотят бабахнуть. Так, вот эти парни идут в отставку, ибо сжирают бабосы. Ну, это бесплатный, стоишь хуй с тобой. Гаш. И музлон. Так, ребят, качайте там свои административные навыки всячески там, да? Ходите в колледж экономический, оркский. Получаете разное образование. Так, у меня еще есть немножечко денежков на то, чтобы еще мясца прикупить. Блин, надо было другое. Вот так вот надо было. Вот так, конечно. Лучнички здесь будут получше. Так, у нас три мяса. Одно мясо с веслами, блин.
Немного, блядь, мягко говоря. Могут и навалять. Еще один мясник бежит. Так, это значит, ты не нужен тогда. Лучше вот так вот. Тут у меня макароны сделаются, варятся макароны и моргульские уроки. А макароны у меня есть еще помимо этих? Должны быть еще макароны. Нет у меня макарон больше. Жалко. Отсюда снимать нельзя. Надо набивать, а то они же придут. Они же прям сразу придут на свидание пригласить меня с Моргул. И прям беспринципно на первом же свидании лишить чести этот замечательный предмет архитектуры. Ну все. Посла я послал. В лучших традициях. Послов. Сюда еще надо будет натаскать народ, чтобы он сидел на казенных харчах в ожидании, возможно, прихода сюда кого-нибудь, например. Пока не очень понимаю, какая будет у меня стратегия. Сейчас у меня стратегия выстоит немножко, потому что они, вот эти вот ребята припрутся по любасику. А у меня только одни лучники, что ли, блядь? Не-не-не-не. Все будет, дорогие друзья. Три хода. 3 и 5. Блин, мне вот этот вот нужен макарон один. Обязательно. А макарон есть у меня где-нибудь еще? Только здесь макаронина есть. Чеши, блядь. О, нет. Так, конечно. Так, денег нет, но мы держимся. Все, у нас все будет. Я в это верю. Я верю. Ну и, наверное, беги, блин, сразу. Сразу в Бородур. Ты там будешь сидеть. Ты мой заместитель, наследник практически престола. Да? Ну что там у тебя, блядь? У тебя уроки моргульские. В принципе, ты мог бы и остаться на осаду. Но, боюсь, как бы ты там не бросил свои гатмокские копытца при атаке. Назгул-то мне не страшно, а вот за остальных орков мне прям страшно-престрашно. Они лопаются, блядь, как арбузы на морозе. Так, все, ходик. Доломрот требует выдать в рот. Все понятно с ними. Море отбито. Барнос восстановлен. Так, нас моргули быстренько сделались. Сколько там до вас еще? 4 хода, может, и успею. Надо ли кого-нибудь не сделать? Вообще, только вот этих пацанов, конечно, надо. Сейчас посмотрим. Вечерний Мордор предлагает вам радио. Любимые песни орков по вашему заказу. Так, да, чеши. Еще один, давай. Все-таки иди, блядь, потому что чует мое сердечко. Не успею я здесь построить еще одну макаронину. А лишние макаронины. А ты у нас что? Все, зацепилась макаронина, отлично все. С кастрюльки не выпало. Будет готово вовремя. Вкусненькая неразваренная макаронинка. На воротах макарон. Ах, не успеешь сесть, блядь. Хотя если администратор тоже, знаешь, такой. Не пришей кабель и хвост. Бежим. Тут все делается. Здесь все варится. Блин, хорошо бы мастерскую дубильщика тебе втопить. Но мне, конечно, надо... Не уверен, что мне это сейчас нужно. Кого мне там будет сейчас передубливать? Нет, давай дом строителей, конечно. Это доделывается. Здесь нету. Здесь же шахта есть, конечно. Здесь нужен. Здесь шахт нету. Здесь шахты нет, поэтому пока в жопу, блять. Вот это первым делом. Так, у нас тут что? У нас тут пока ничего. Ты не грусти, мутак. Мутак, не грусти. Все будет хорошо.
Так, улучшение есть. Как у нас? 1,5 тонны. Качайся, качайся, братишка. Так, ребят, зацепило. Ура, воля своего урона зацепилась. Тоже строить нехуй. Давай здесь. Наверное, вот эту тему. Или вот эту. Вот хорошо. Численность воск 4 с содержанием. 200. 4 хода. Но это 2, и мне будет дешевле стоить эта штучка. Загон для рабов. По итогу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, стоп. Сейчас сколько? Бесплатно 2. И бесплатно 3. Итого 5. И бесплатно еще что-то там, да? Бесплатно 3. 3, 2, 3, 1. 1, 6. Итого 6, да. Все, сорян. А будет 2. То есть мне добавится еще один бесплатный чувачок. Ну, я бы не сказал, что это прям такая, такое спасение для моего бюджета. Да. Сейчас слепой придет, порядок наведет, все будет хорошо. Какие-то панки бегут. Блядь, ё-моё, как все жалко, блядь, а. Давай тоже сюда, раз уж бабки есть. 500 рублей еще есть. Ну, можно на 500 рублей купить. Не разгуляешься, в принципе, да? И надо ли, вот вопрос. Разгуливаться. Сколько у меня, кстати, лучничков? 1, 2, 3. 3. Маловато. Маловато будет. Надо побольше их. Так, лучники еще есть? 4 хода. Сука, сука. Так. Тут в любом случае не успеет к осаде подойти. У меня осада раньше случится 100 пудов. Здесь их тоже нет. Нигде никого здесь нету. Надо, конечно, вот эту штуку ставить сразу, стража. Вот, макароны здесь будут. Вот это, конечно, тему надо. Хуй с ним, давай вот так вот сделаем. Погнали. Там-та-та-та-там. Отжамкал кого-то, Гондор. Вот, собрал тусовку, а? Большую. Целый стек тут, понимаешь. Скотина. Рохан, Рохан, Рохан. Объявлена война. Так, о, изя. Напал на Рохан, понятно. Хорошечно отстроилось здесь. Отлично. Ну что? Хижины плотников 3250. Это еще на 35% уменьшено время, 25% затраты. Найс. Найс, давай. Турбандунт. О, молодец. Ну, видишь, другое дело. Гаш посидел, понимаешь, подумал, отходил в колледж. И все, и получил образование. Там, сколько ты там, блядь, поднял-то? Так, хижина плотника. Терегостик 1700 рублей поднимает. Классно. Время строительства тоже все. Здесь тем более. Это единственный город. И Дуртант. Так, сколько у нас сейчас башенка стоит? 4600. Будет стоить еще меньше. Так, давай, как все остальное. Но больше-то нечего. Все равно у меня денег на это нет. Мы самое развитое. Ну, конечно, конечно. Развитое мы. Королевство Гондор, я что-то там пропустил, что там было написано. Вот мне вот это не нравится. Эгалмот. Обормот Эгалмот. Верный, блядь, его величество. Так, прыгай, прыгай. Рахильчик прыгнул. У нас отлично доделывается. Ну, ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту. Орки-губитель у нас есть вообще? Один только, да? Ну, пусть будет еще один. Не сегодня, братишка, да? Так, сколько у нас мяса тут есть? Мяса сейчас будет предостаточно. Главное, чтобы у меня пулеметы были готовы. Так, ну что ж, у нас теперь как минимум два копейщика нормальных. Еще вот этот вот будет. Да, давай, сразу прыгай. Еще мясо, вот тут мясо, мясное, мясное.
Да все, блядь, идите, похуй, блядь. О, отлично. Остался один. И орки-громилы. Блядь, громил-то, блядь, что-то маловато. Может, кого-то убрать? Так, лучники, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этих только трое. Блин, хорошо бы, чтобы их четверо было, блядь, хотя бы. Хуя мне этот микроменеджмент, что я делаю? Все равно все будут сливаться, как... Жалкие петуньи. Прыгай, прыг. Все, хорошо. Не успеешь сделать. Через три хода, они уже придут сейчас. Ну и ладненько, все. Значит, так тому и бывать. Значит, так тому и быть. Главное, чтобы эта херня устроилась сделать. Успела сделать вот эта херня. Так, гадмотик. Беги пока. Есть. А, нет, ну почти. Посольчик будет готов. Посольчик мне к этим пойдет. Господи. Короче, к кочевникам к этим. Вахких, как их там называют, там, блядь. Варяги, кханда, ёпта, ваххи, блин. Надо что такое придумать. А, к ним же там потом приходят синие маги, они должны решить, на чьей они стороне. На стороне джедаев или ситхов, блин, вот это проблема. А если они джедаев выберут? Они же ко мне вот сюда, через эту вот большую дырку в жопе придут. Чего нельзя было закупорить как-то ее, а? Блин. Ну, ладно, это уже мои проблемы. Все, чё ждать-то чё? Все, я готов, все, я. Свечи зажгла, блядь, шампанское купила, приходи ко мне с подарками. Я жду тебя. Строим веселые покатушки. Все. Эх! Сейчас посмотрим, что будет делать Гондорский. Гондорский, давай. Гондорский решил пока сходить... Куда? За конфетами? Куда он пошел, блядь? Куда-то пошел. Ага. Что у нас по заданиям-то? Где они? Вот они здесь, да? Прямо тут. По-моему, до тебя дальше пиздюха, чем. Мне кажется, мне легче сюда прийти все-таки. Или вот так лучше. Да, вот так вот. Сто пудов наткнусь на кого-нибудь. Блять, не наткнулся. Сколько у меня осталось? 4. Достаточно еще. Достаточно. Во! Блять, еще макароны. Может лучше поменять на макароны здесь поменять. У меня 3 макаронины. 2 макаронины и один урук маргульский. В принципе, нормально. Вот этих можно еще добавить одну штуку вместо вот этих вот панков, например. Да. А это у меня будет мясо. Орки, бойцы. Да, да, давай. Ты пока беги. Если успеешь добежать, будешь молодцом. Если не успеешь, будешь не молодцом. Ту-ту-ту-ту-ту. О, 1600, другое дело, молодец. Что, не построено, понятное дело. Вот такой вот 4-й ход. Но они пришли, они обычно 4-й приходят. Ну, видимо, не ожидали, что у меня тут полный фарш будет. Что я тут не одна сижу, понимаешь, а с бывшими. Всех бывших собрала. Сказала Харахиль, просто согласно свежим тенденциям, популярным. Он, Харахиль еще не определился со своим гендером. Я не знаю, кто он. Так. Так, это кто у нас? Это Фарамир. Фарамирчик идет, да? Неужели у меня будет шанс его немножко пиписюкнуть? Ну все, они собрались, да, да, они вдвоем придут. Ну ладненько, чё, хорошо. Оки-доки, значит они... Я тебе ж не посмотрю. Да, зачем я это делаю? Я же все равно смогу посмотреть это все, конечно.
Так, Волиса урона набралась, и она у меня сейчас пока... Да, на казенных щах сидит. Ну и сиди, наверное. Хотя тебя лучше вот сюда переправить. Вот вас троих. Да, давайте-ка сюда. Вот так вот, побежали, блядь. Сейчас. Один ход придется вас кормить, а потом будете жрать землю вот здесь вот. Или что найдете. Не успеет наш... Блядь, не успеет лучник этот. Не успеет, блядь. Ну, хорошо. Ну, а что делать? Делать-то нечего, блядь. Делать нехуй. Так, это чтобы макароны построились, да? Ну, пускай будет. Как у нас тут дела? О, как все плохо-то. Из-за тебя, что ли? Возможно, возможно. Не исключено. Может, пока это отменить? Давайте это отменим. И это отменим, например. Ты захватился? Нет. А где кто захватился? Где? Посмотрим. Здесь есть? Серегу... Ага, ну понятно. Хватает денег на Серегост. Ну, ладно тогда, чё? Похуй. Я пока и так проживу. Ая. О, Киритунгу построился, да, хорошо. Винас Моргул, да, сразу пофиг. Да, давайте, хуй с ним. Там посмотрю потом. 1000 рублей. Тысяча. Они сейчас нападут. Пока не буду тратить эти деньги, будем копить. Нет смысла тратить. А, кстати, макаронина может сюда посидеть немножко одна. Хорошо. Все, отлично, давайте. Поехали, блядь. Ёб твою мать! Я совсем забыл про посла. Ну, как обычно, про посла забываю все время. Так, все, да? Пришел на свидание, и ты не один пришел. Ну, за то, что ты пришел не один, а с другом, да? На тройничок рассчитывал. Не выйдет, братишка, не выйдет. Думал, блин, что еще и Фарамир поучаствует в этой групповушке. А, нет, он ушел. Нахуй, ну его нахуй. Я приверженец традиционных отношений и свалил. Сучка, а мог остаться? Было бы интересно. Я бы тебя тоже трахнул. Ну ладно. А он просто какого-то безымянного бомжа позвал. И ни одного. Серьезно, блядь? Вы что, гэнг-бэнг решили устроить? Так. Я должен справиться. Рахиль должен справиться, да. И вот как раз в этот момент, ну, уже не построится ничего. А было бы неплохо. Неплохо было бы, конечно. Ну, ладненько. Земли Шира и Дланцы заключили перемирие. Когда у них еще повоевать успели за 6 ходов-то? Или сколько там они воевали? О! Кто-то прокачался. Это хорошо. А, осаждено поселение, ясно все. Та-та-та-та-та-та-та, я забыл поменять себе количество ходов. А мне вообще хватит 400, чтобы захватить 80 областей? Ну, возможно, я столько и не поиграю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Судя по количеству лайков на последнем видео. Не факт, что это продлится вечно. Так, ладненько. Так, братишка, ты не успел, но иди сюда, ну что делать? Делать-то нечего. Ай, блядь, промахнулся. Все, о, четверо, нормально. Сорян. Да что ж такое-то, блядь? Да, коронавирус сделал такое. Ну все, что я тут трачу-то, блядь, дальше? Делать-то, блядь, больше нечего. Денег особо нет. Постройки я уже заказал. Народ заказывать. Да, тут тоже домостроитель, конечно, тебе надо. Строить дальше, как бы, ну, нехуй. Нанимать смысла тоже нету. Ну, как бы, возможно, и есть. Потому что, но нет. Ну, вот этих можно знать. Ну, а что я, кого я тут найму? Вот кого надо нанимать. Вот этого парня. Хотя бы одну кавалерию, чтобы догоняло.
бегущих отстающих. И... Да покрушится, конечно, войска у меня, поэтому надо сказать все-таки. Вот тут-то по-любому. Тю-тю-тю-тю. Сейчас будем смотреть. Ушел вообще, да, Фарамир? Я про посла забыл опять. Да что ж я за мудин такой вообще? Блять, посол, все, сука, посол, ты где? Все же, наверное, заскучал ты, братишка-то. У меня задание закончилось к тому времени. Один ход остался, твою мать. Просто один ход остался. Сука. Увлекся я. Все, Рохан Мохан, давай. Торговый договор, как тебе? Согласились. А не желаете ли приобрести? Тут у меня есть колода карт. Некрапленых. За 1000 рублей. Отлично. Ну-ка. Yeah. Есть. Они согласились. Это хорошо. Это здорово. Так, Изя, да, следующий у нас. И тыщеночка мы приобрели. Она сразу же ушла, блядь, нашу большую программу инвестиций стратегических, стратегического развития. Так, дом строителей, то, что тут надо забабахать. О, почти, отлично. Можно будет потом смело шахты. В общем, у нас будет жесткое производство, как в старые добрые сталинские времена. Пятилетку давайте, ребята, делать. Ну и, наверное, сейчас будет баталесик. Баталесик, баталесичка. Орки-разведчики, понятно, это здесь. Зацепились. Сразу бегите сюда, чё. Какие бы коротконогие на дороге, конечно, развивать, но это пока рано. Отлично. Качалка. Опа, ну чё? Файтинг. Должен быть, по идее. Я не сохранился. Сука. Стоп. А есть возможность сохраниться? А вот и да. Давай. Все, напал. Жук. Что тут у него есть у этого обормота и галмота? Значит, да. Он дунаданец. Он гондорец, у него двойное гражданство. Это, кстати, у них там разрешено, интересно. Добросовестный наставник. Талантливый в нападении. Блядь, не очень хорошо. Многообещающий командир. Смекалистый снабжен. Он прям идеальный. Верный, блядь. Уважает врагов. Нифига себе. Он еще и меня уважает. Ну, меня вряд ли, я же орк. Хорошее снабжение у него, да. Он еще лечит раненых, блядь. В враждебных землях он... Что это значит? В незнакомой местности он подсикивает немножко при передвижении. От страха подсикивает. И поэтому чуть-чуть идет помедленнее. Но это там особо-то не... И механик он еще, да? Ребят, надо его вербануть по-хорошему. Швартнуть и сделать из него орка. Было бы вот неплохо, если можно было оживлять этих долбоебов. Но это не зомби-апокалипсис. И не игра про зомбарей. Так, а кто у тебя тут вообще? Пикинеры, блядь, не люблю их вообще почему-то еще с Рима Первого. Вот. Всадники, это плохо, у меня на них аллергия. Аржонцы до Ламврота, блядь. А у тебя-то что, кстати? Ох ты ж, мать моя, перемать. У тебя как бы 23 человека, их надо, конечно, валить. Многообещающий ты мой. Так, лучники черноводный. Блять, из Игры Престолов откуда-то пришли. Сучки. Лебединские морские пехотинцы. Артисты местного балета, блядь. Воины Лампедона. Это тут же неплохо так все. Топороносцы Лос-Архана. Рнаха. Морские копейщики, мать твою. Нихера себе у них защита. Да, у них, да, вот это 23-8-3, да, и вот, не знаю, и мои макароны, например, да. Так, войны Лампедона, это я смотрел. Ну, как бы не знаю, по идее страшно, но на что ты делаешь? Ну да. Так,
Блять, какая карта замечательная, да? Так, сюда идите. А что такое? А что тут? Я... А, вот, все. Все, хорошо. Ворота. Ну, сейчас расставлю. Ну, бля, ну как-то так. Как-то так расставились. Здесь дырку закрыли. Понятно, что здесь какой-нибудь хмырь побежит давать звездюли моим назгулам. Я в этом уверен. Но тут, может, вот эти вот ребята вам помогут, подбегут. Можно их поближе подвести, но они, блядь, жирновастые. Не, не очень. Нормально пойдет. Потом пойдут. Так, ну и наверх тут же поставил парней. К сожалению, у меня очень мало хороших... Ох ты, ёпта. Очень мало хороших лучников. Вот эти, блядь, бомжи дофига. Если бы здесь стояли орки, вот эти вот орки-лучники, а не разведчики, мне кажется... Не знаю, в общем, посмотрим. Так, ну погнали, блядь. Парнишка, работаем. Да сюда пока работаем. Работай пока сюда. Вообще надо по рыцарям, конечно. Там номинорцы должны сработать. Ну, давай. Вот-вот-вот, по гвардии фигач. Вот это самые опасные хмыри, блядь. Вот, а вы вот здесь вот встаньте вот так вот. И возможные помощнички вот сюда вот. Блядь. Я бы вот так вот давайте. Вот бегом только, пожалуйста. Пока перестраиваются. Должны перестроиться. Остальные стоят, ждут. Так, вот эти ребята. Стоп. Не надо пока стрелять. Встать. Не надо стрелять. У меня группа будет что? Правильно, группа 2, блядь. Это восьмерка, пускай там пуляет куда хочет. А ты по 19? 15. Давай, залпы делайте. Сделайте залпы. Так, вы тоже пока стоите, не стреляйте. А, впрочем, вы можете. Они здесь кого-то увидят, будут отстреливать. Не знаю. Я еще так не оборонялся. Минастерит я еще так не оборонял. Посмотрим, что будет. Сколько их осталось? 7. Ну, давай. Ахарахильчик. С снайперским выстрелом. Белку заряди. Да, братан. Там такая толпа, блядь. Еще вот здесь толпа. Мы должны их наказать. Аккуратненько, ну пожалуйста. Ой, блин, я забыл, что это. Классно. Во, вот так вот, во. Так вот лучше. Намного лучше. Блять. Ну хотя бы так, ладно. Дерзни. Вот тормаживает почему-то у меня. Немножко дергается. Дерганное и все. Почему-то. Да, реально поддергивает. Ну-ка. Их там ломает скрипт какой-то, что ли, что не дергано все. Двое осталось. Ну перестань ты стрелять, все, их двое-то, да ладно. Все равно ты его не убьешь. А тратить залпы на одинокого чудилу, блять. А может и не надо. Не, давай, да, хер его знает. Может и надо. Давай все-таки попробуй его пристрелить. Понятно, что он там. У него вроде как никакой собаки нет, дающей плюс личной безопасности, там, дополнительного здоровья, там. Блин, ну ладно. Я до сих пор не знаю, как... Ой, ёпта, они... Ой, кого позвали-то пробивать? Пикинёров позвали. Пиздюки, а? Вот это что такое? Что произошло? Что случилось? Мы убили босса. Ну, вот другое дело. Все, вот, а вы говорите. Говорите, не надо. Надо. Вы, главное, сам сказал, сам ответил. Фу. Так, выдыхай, бобер, поехали. Ты пока не стреляешь, не стреляй. Пока не стреляй. А вы, блядь, стреляйте, нахуй. Сейчас они пойдут. Все на пикинеров, нахуй. Быстро пулеметы включайте и понеслась. Так, здесь по кому? Ну, можно начать по лучникам отрабатывать. Вообще, надо, конечно, по кавалерии, по всадникам. Жалко, у меня нету
нуминорцев отдельно. Потому что здесь поставил бы колышки, и там просто до свидания вообще. Можно было бы глубоко накакать на любую кавалерию. Так, фига вы жирные какие. У вас же ни щитов, ничего нет, по идее. Они щиты есть, только на спинах. Вот, блядь, просто залп из пулемета. Побежали, блядь, клоуны ебаные. Так, приготовилась вторая группа стрелков на всадников. И всадники. Поехали, на всадников. Отрабатываем, отрабатываем. Они, конечно, чуть побыстрее передвигаются, ну а вдруг? И есть пулеметный залп по всадничкам. Все. Ну, по идее, страшно же должно стать всем. Второй успеет сделать залп? Жиденько, жиденько. Значит, надо сейчас на оруженосцев Даламрота. Все, это уже бегут. Давай, по лучникам черноводные. Они прям здесь все стоят. Все, в кучу попадут. Только, смотри, какой одинокий. Одинокий хмыреныш куда убежал. Так, а ты у нас... Ну, ты, ладно, стреляй. А ты пердани давай. Пердани немножко, да? Прям сверху. Вот сюда, по морским пехотинцам работай. Или вот лучше по пикинерам, да, по пикинерам. У них защита послабее, ты их быстро выкосишь. Вот, все, убегают, убегают, писюны. Остановились. Остановились. Работаем по кому? Правильно, по лучникам. Туда, туда, туда. Все вот в эту кучу, блядь. А там идет. Надо, конечно. Вот, все, убегают, да? Передумали. Хорош, 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 хорош. Хорош. Еще залп. Не, по лучникам. Только не ходите никуда, давайте по лучникам. Все. Есть, 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 есть. Ты куда? Как? Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Ты хоть по кому стрелял-то, блядь? По пикинерам же, да? Давай по топороносцам теперь. Убежишь куда-нибудь. Так, ребята, остановились. Вот. Во! Вот по морским этим пацанам залп. Так, а девятый отряд вообще не стреляет. А почему? Потому что у них коротковатые луки, да? Луки коротковатые у пацанов. О, вот эти жопа у них защита. Просто у них жопная защита. Так вот по ним работает. Прям сверху. Ты на переходить куда-то, да? Не получится это делать. Отрабатывай так. Ой-ой-ой, ну они очень толстые. Они очень, блядь, толстые. Блядь, шикарно, конечно, по этим пехотинцам. 126, нет, 141. А их было сколько? А было 142, да? Пикинеры тоже. Вот эти опасные тоже, ребята. Давай по пикинерам подошли, блядь. Они хоть подальше, потупее. О, о, поползли, поползли на сгула херачить. Письки волосатые. Ну давай, поднимайся, блядь. Кто там пошел там, блядь? В башню. Пошел в башню, сейчас выйдут. Отрабатываем дальше, отрабатываем, да, отрабатываем, конечно. Отлично, отлично. Отрабатываем, отрабатываем. Жесть такое, мясо. А куда они пошли? Пошли пиздить лучников, гоблинов каких-то, да? Нет, все-таки, все-таки ко мне, да? Ну и ладненько, чё. Брошим. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Пикинеров половину отстреляли. Пехотинцев не половину, конечно. Хотя нет, их было сколько? 130, что-то там. Осталось 84, нормально, нормально. И тут они вот с моргульскими уруками там, у них не так все сладенько. А это кто? Лучнички стоят, черноводные. Типа, блять, дождика и стрел не будет, если там будут стоять у них такой. А в них все равно псых прилетает, блять, от души. Так. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Теперь давайте по ним, блять, по пехотинцам. Так, вот эти отработали. О, девятый работает. По кому не работают, интересно.
Ну, вам спускаться надо, пацаны. Ну, серьезно, потому что, ну, толку никакого от вас. Здесь, давайте сюда. Быстрее давайте, бегите. Тоже для сюда спускайся. Да, вставай. Это пацаны, конечно. Вот это вот у нас будет, не знаю, отряд 5, блядь. Им надо уходить куда-нибудь сюда. От них толку уже никакого. О! Коняшки вернулись, да? Ой, блядь, пердани. Бегай их тут. Надо помогать, надо помогать. 20 на этих нуминорцев уже покрошили. Домой, домой, ребят, домой. Нет, здесь ничего нету. Здесь все кончилось. Ничего интересного. Блять, эти, главное, стоят и караулят, пока мы их Назгулов там пиздят, видимо, да? Уж, они ведут стрельбу еще. Какие хитрые, блядь. Такие функции есть. Это, главное, едут. Без штурма, без всего, без разгона, без размера. Без разбега, блядь. Ну, надо помогать пацанам. Конечно, побежали, блядь. Конечно, бежать, помогать. Не очень хорошая идея, учитывая, что у эти парни возвращаются. А у меня кончились стрелы, блядь. Почти. Помогайте Назгулам, там 73 осталось. Конечно, молодцы. Большущие. 39. А, может, и не надо помогать, не знаю. Но мы все-таки решили помочь командиру своему. Все, отстреляли, да? Ну, отстрелялись, уходите еще. Конечно. Куда-нибудь сюда, блядь. Ой, блядь. Давайте на фланг. Бляха, муха. Вот двигайтесь. Да. Приготовились. Атаки. Шестьдесят шесть. А куда это вы побежали-то, блядь? Куда, ты? Куда они? А, все, я понял. Они побежали куда-то. Добивать кого-то. Значит, я. Или это я случайно так сделал? Сука, это я что ли так сделал? Ёб твою мать, лучники приперлись. А, хотя это хуйня, по идее. Давай морским копейщикам во. Вот сюда, в бочину. В бочину. Потому что бедные там уроки мургульские там уже вовсю не могут ничего поделать. Стоят там как вкопанные. Давайте быстрее с другого фланга сейчас зайдем. Эти панки. Быстро, быстро, быстро. Снимаем обувь и своими вонючими носками газовую атаку, блядь. Вперед! Блять, быстро орки громилы кончаются. Нихуя они какие-то не громилы. Оруженосцы дуламротом, блядь. Может, вы как-нибудь же побежите куда-нибудь? Ну, правда. Что такие все бесстрашные, блядь? Я понимаю, что уровень сложности большой стоит. Вы имейте совесть. А, не, смотри-ка, все-таки опрокинули кого-то, да? Вот сюда, давай, на морским копейщиком, блядь. Ты добежал, не добежал? Я тебя не понял. Эти-то куда поли? А, все правильно, они по. Ой, пробили, блядь, ты посмотри. Вперед! Жиробасины. 143! Откуда вы такие красивые-то нарисовались тут? Они сейчас мехморгульских уроков просто всех разрежут нахер. Бегите домой, все, бегите. Это жесть, конечно. Преследуем, преследуем. Не надо так тупить. Вон их-то еще воины Лампедузы возвращаются. Даже заставить их побежать всех. Давай, 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 давай. Они же сейчас развернутся, блядь. Нельзя, хватайте всех в мешок, засовывайте поглубже. Здание потеряно. Ведите огонь. Сейчас, если вернуться, я пердану еще, пожалуй, разочек. Так, работайте по воинам. Вот по этим, блядь. Кавалеришкам.
Ясно, что это уже выиграл. Остался такой вопрос, с какими потерями. Так. Ну-ка нахуй ушли отсюда вообще, а? Я ничего не понимаю, что там происходит. Мясо какое-то. Не, можно... Блядь, ребята остались, а как обычно, давайте покурим, да? Нашли время, мать твою, а? Так, а вы-то где? О, блядь, застряли, да? Я же вам сказал, сюда. Бегайте. Сюда, блядь. Ой, они сейчас прям в жопе, о, блядь. Давайте хотя бы, их 19 всего, или сколько там? Их всего 19. Не должны они... побежать. Да ё-моё, значит, хоть побыстрее немножко. Уже понятно, что они все... Да надо в атаку идти, блядь. Надо бомжей брать и идти в атаку, конечно. Конечно. Идти просто толпой. Налетать. Вот, они так по центру. Ну, так, а мы такие... Так, а мы не одни, блядь. Ну, мерси, блядь. 160. Целые, блин, кстати. Я так понял, да? Еще сюда, на оруженосцев, все, бежим, все. Ребята, это вы мясо. Заходите сбоку, справа. Все, побежали, да. Надо догонять, хватать, есть, все. Давайте. Никто не останавливается. Никто, блядь, не останавливается. Не... Да куда ты? Что ты? Что вы встали опять, а? Сломленные убегают, конечно. Хавайте. Так, конные лучники. Кто-то отступает, кто-то нервный. Давайте. Вот. Эта вот толпа должна вот бежать по мосту и всех схватать. Вот кто-то возвращается. Сейчас побегут обратно лучники черноводные, я в этом уверен. На марше пошатнувшиеся. Ну, когда у них будет час X? Бесмека лезут прям в толпу. Нам на все плевать, нам лишь бы дойти. Куда идут? Зачем? Непонятно. Ну, сейчас уже побегут точно. Да, все. Хуй с ним. Вот так вот, блядь. 314. Блядь, удивительно вообще. Удивительно. А пулеметный огонь, конечно, сделал свое дело. Действует на мораль. Диким образом. Огонь на подавление, они все туда попадали, поползли домой вообще. Круто. Дарян. Так, в плену у нас достаточно много людей, я бы сказал. Воины Ламидона, этого 101 человек. 140 копейщиков мы, кстати, взяли в плен. Дофига денег. 4000. Ну чё, выкуп, конечно. Ах, вы ж... Ну, хотел сказать это слово, но, в общем, короче говоря, жадные вы люди, в общем. С Гондор. Я уверен, что у вас были деньги. Просто отказались. Чё? Такие вот они. Так, Гондор пошел захватывать замок внизу. Писька с саду. Так, отправить посла в Изенгард. Окей. Спасибо, что напомнили. Я про него забыл, как обычно. Изя. Ближайший где? Ага. Изя в атаку не пошел, да? Ну ладно. Вы достигли Эдораса. Ну не я, а всего лишь глашатый Саурона. Так, свободные эльфы, союз с лесными эльфами. Свободные эльфы были. Свободные люди. Свободные бомжи Андуина. Так, южане. 250 рублей у них. Цена содержания. Ну как копейщики, они как бы не говно. Не говно, да. На счетов кавалерия. Ну, пустыня, правда. Не знаю, не надо, мне кажется, сейчас они от слова совсем. Строительство хижиноплотников, да. Бля, гильдия вообще было бы отлично. Стоит очень дорого. Начинаю копить на шахты. Не буду пока гильдию ставить.
Хотя, по идее, гильдия... она не снижает затраты уже, все, 35. Или нет, 35, там же 25, по-моему, да, это? Здесь же на 25, на 35 рублей снижает. Ну, вообще получается, да, неплохо. Да. И на этом все. Я никуда не тороплюсь, честно. Единственное, что, конечно, не знаю, хватит ли мне столько ходов завершить кампанию. Глянем, посмотрим. Так, пацаны, вообще, ребята, молодцы, молодцы. Надо сейчас сразу их всех. Ведь у меня потерь-то почти нет. Ну, кроме, разве что, вот. Где он там? Основные потери были у моргульских уроков. А я их не могу. Не могу, не могу, не могу, не могу и не хочу. Мне не получится их сделать. Потому что 33 хода. 33. Значит, нужны вот эти ребята еще, конечно. О, даже вот этих можно поставить. У копейщиков вместо... Вот тут, например, 28-174. Конечно, ударные нужны ребята. Не вот эти. Я бы даже сказал, не вот эти. Вот. Хотя, они в кружке там стояли неплохо. Дешевые. Кого не пускали. Вот вместо вот этих вот ребят мне нужны вот эти ребята. Вы же нападете же еще раз, да? Поэтому я, наверное, вот так вот сделаю. Бомс. Одного удалю. А здесь, наверное, 29. Это вот и можно как раз переобучить. И что я делаю? Еще двух, да? Вместо вот этого хмыря, например, одного. Да. Удивительно. Два человека и... Ну, на три человека, да. Хорошо, пускай будет три мяча. Надеюсь, не нападет, когда появится. Кавалерия, да, не, не надо пока мне ее. 170 рублей на что? Да, тут же строится все, уже захватилось. Да, о гильдию. Кстати, о гильдиях. Еще не готово. О-хо-хо-хо! Медаль Музлуну, блядь. Вот этого я понимаю, губернатор. Офигеть, надсмотрщик. Там еще что-то получил. Класс, класс, класс. Жалко, деньги не заработал на пленных. Ну да ладно. Так, раз, два, три... Пока дайте, вот этого не буду делать. Пока вот так вот сделаю. Переобучить пацанов. Даже я бы сказал вот этих вот. 174, а должно быть сколько? 228, да. Вот так вот. Иди в Монарон. Все равно, раз уж ты на казенных харчах не сидишь, так сиди туда. Так, о, так у меня уже готов здесь один хмырь, конечно. Че его нафиг его строить-то, когда готов? Хотя, сразу, нах. Эти лучнички-то пободрее будут, чем вот эти клоуны. Полностью их надо заменить всех. Класс, класс, класс. Отчалить решил Гондор. Мне кажется, до продав времени. Он 100 пудов опять придет. Я, блядь, почему-то уверен в этом. Уверен просто. Так, решил соединиться. Придет, я уверен, придет. О, хорошо. 4000 у меня почему? Какой радости такой. Хижина. А, и дальше не можешь ничего строить. Хижину построил, дальше не можешь, потому что у тебя пока развития нет. Выше замка. И что ты можешь? Дороги дороговастые. Шахта. 3375. Ну, как бы да. Так.
Блять, забыл, что-то еще там построилось. Яд, дровосек. Минус 5, когда мы строительство, это не очень хорошо. Так, шахты. 375. Да, конечно. Нас сейчас быстро в экономику, по-быстрому достроить все эти плотницкие дела. Шахты и делать толпы народу. Так, а у меня же там... Блять, агент сидит. К этим не пошел. Варягам Ханда. Так. Боюсь пока выходить отсюда. Надо еще один стек делать, да еще желательно, чтобы он у меня окупался. Ну, идти на юг, например, там. Хотя здесь на юге наверняка... Глянь, что там, блядь. Ничего тут. Можно брать стигил. В принципе, блядь, если я отсюда сейчас уведу людей, тут же стояк произойдет у Гондора, и он побежит моментально, блядь. Просто... Как в мультике, блядь. Впереди его балбес такой несется, а сзади маленький Гондор такой машет ручками. Несется, чтобы воткнуться сюда, блядь. Блядь, чует моя жопка, что так и будет. Кстати, вот этих вот парней тоже на улице урона с собой взять. Рахили вместе. Или дождаться, когда придет ко мне какой-нибудь этот новый... как его, блядь? Поэкономим деньги пока. А сколько ты стоишь? Хуйню стоишь, не надо что экономить. Назгульчик новый придет. Вот тогда уже можно будет развлекаться. 472 рубля. Просто если я тут бомжей наклепаю, я оставлю здесь чисто бомжей внутри меня сморгола, его возьмут. Мне в любом случае нужны копейщики. Макароны нужны здесь. Как минимум штук 5-6 макарон, блин, чтобы стояло на защите. И огромное количество именно вот орков-лучников. Тогда они смогут сдержать на наступление любой пачки, в принципе. А желательно, чтобы у меня еще был здесь хотя бы один. А это будет не скоро. Один Нуминорис-лучник. Потому что может стать колышки. Поставить перед воротами колышки, и можно забыть как минимум про головную боль с кавалерией, которая на этих колышках будет лопаться. А если не будет лопаться ее, они попадет под пулеметный обстрел лучников. Да. Ну поехали, чё. А, да, поехали, блядь. Поехали, блядь. А вот это, конечно. Дипломатик. И там ближайший Изенгард. Же еще и бабки можно приподнять. Так, а вот Изя. Замечательно, замечательно. Замечательно. А это... Посол Зингарда, Лунтик. С Лунтиком можно попиздеть. Хотя Лунтик может быть непростым. Его же можно еще подкупить, наверное, как на испорчу отношения. Ну, давай, Лунтик. Лунтик, блядь, здорово, Лунтик. Торговый договор. Он такой, да конечно. Ну и вот, посмотрите, у меня есть чудесные карты. За 1000 рублей. Например, да? Они согласны. Это хорошо, это очень хорошо. Не уверенно, но согласились. А дальше что у нас? Дуланцы и Н2 будет. Наверное, Дуланцы. Ну, пойду сюда пока. Опа. Опа, 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 опа. Отлично. Один отряд, банда орков. Ну вот и что это? Вот как бы совет. Советчики, блядь. Кого они мне дают? Каких-то клоунов, каких-то... Банда орков. Ну зачем мне вот эти ублюдки, блядь? Ну просто, ну... Тьфу, блядь, одним словом. Тьфу просто. Какое-то. Кошмар. Все, ждем строение. Шахты. Ах ты жук. Жучара ты жук. Впрочем, если я, например, ему на пятки наступлю, если он захватит город, то он потеряет что-то там, да, немножечко. Может и так попробовать. Посмотрим.
Ага, ага, здрасте, блядь. Дубль 2, да? Дубль 2. Хорошо. Надо отбить их атаки и переходить на наступление, конечно. Это в Бородуре. Ура! Киритунголи есть. Очень дорогой он, конечно. Серегости. Отлично, это тоже очень хорошо. Шахта уже 3200 стоит. Например. Это ж хуйня классная. Не знаю, может я, конечно, херней страдаю. Реально, вот с этими делами. Гильдия, блядь, там, плотников. Без плотников. Паригости, что у нас? Паригости, это на отшибе, да, стоит? Вижу, я пока не буду ничего строить. Посмотрю, что у нас с луминорцами. Вот, бля, вот это надо ставить обязательно. А я могу их нанять, кстати, сейчас? Или только после 60-го хода? Вот я их там куплю, да? И мне такие, а шел бы ты отсюда нахуй? Что у нас тут? Ну, Мелькор, понятно, да. Я не знаю, может я... Может там ближайший появится через 45 ходов. Я такой, нахера я эту башню строил просто. Блять. Просто я почему-то так думаю, что так может случиться. Да, все равно надо делать армию. Ну и вот надо отогнать перца. Вы-то что тут делаете, а? Должны там в монастырите стоять. Орошать деревья. Все, ладно. Раз уж у нас бабки сейчас есть, сделаем макароны лучников. Вот, всадников, может быть, да? Тут есть макароны у меня? Вот это есть. А, это я отменил же. А надо бы. Иди давай сюда. Собираемся, все. Держания должно хватить. Ага. И у меня этот чувачок сейчас будет вне замка. Интересно, где он, блядь, появится. Это надо, кстати, сейчас проверить. А проверим. Я забыл опять про посла. Наверное, не помню. Да, забыл опять. Да ебаный ты нахуй. Думанцы, совет дворян, да. Ну, теперь мне совет дворян теперь мне напомнил. Но они хотя бы тут недалеко, блядь. Где тут они? Тоже, блядь, заработаем что-нибудь. Отношения с Ангмаром хорошие. И... Варяги Ханда с Гондором перемирие. Они... А. О, загар пришел. Вышло солнышко, пришел загар. Как мы и просили, загар вернулся, чтобы служить нашему господину Сурону. Это, видимо, Назгул, да, новый. Загар был нуминорцем, родившимся в верной семье в Андуния. Или Андунизе. Андуния. Он стал главным убийцей Сурона после того, как хладнокровно убил собственного батю. А мы можем узнать историю загара, выбрав его на карте компании. Хорошо. Обязательно, и по-моему, на этом закончу. Так, 3 копеечка, 4 копеечка. И в Дуртанге у меня вот что отстроилось. И сразу пошла башня. Ну что ж, только через 7 ходулечек я смогу узнать, смогу ли я нанять этого нуминорцев черных. Где появился парень? Рядышком. То есть, по идее, он может напасть на него. Блять, опять пришли. Раз, два, а... 3 еще придет. Ну, надо нападать, конечно. Надо на них нападать. Однозначно нападать. Раскидывай. О, да, отлично. Этих хмыри потратит
людей на взятие. Ну, не особо-то и потратит, конечно, но потратит все равно. А потом я ими займусь. Загар, так, да. Человек, которому предстояло стать загаром, грозным клинком Саурона, родился в 1656 году нашей эры, ну, вот этой вот толкинской эры, в городе Андуэ на острове Нуменор. Его родители, одни из самых верных, назвали своего новорожденного ребенка Нумрузиром, эльф-друг. На протяжении всей своей юности Нумизир любил и восхищался эльфами. Любил эльфов и ими восхищался. Вот. Это был представителем эльфийской БТ. Да, да ладно, все. На протяжении всей своей юности Нумизир, как и его семья, постоянно видели на улицах и в порту Андуэя. Поскольку его отец часто приглашал странствующих эльфов отобедать с его семьей, блядь, они извращенцы, или эльфофилы все там были. Нумизир вырос, слушая их рассказы, и был поражен их мудростью долгими веками, красивыми руками и длинными ногами, которыми так много они пережили, этими ногами перешагали. Когда до Нуменора дошли слухи о вторжении Саурона в Риадора и падении Эригона, батя Нумизирвура, Загара, короче, отправился с лордом Андуэ в Армению, и чтобы попросить короля Тарминарадстата о помощи Гилгалалада и эльфам, короче. Эта сила была наконец собрана, и Загар вместе со своим батей, братом и многими другими друзьями и родственниками присоединился к призыву. Последовавшая за этим Великая война, да, закончилась победой. И Загар сыграл в ней отважную роль. Вблизи Лондарера он возглавил передовые силы, которые в течение нескольких часов удерживали жизненно важный мост против превосходящих сил противника. Ой, блядь, что там мост-то удерживать, ё-моё. Фигня какая. И в решающей битве при Гватилупе Нумизир возглавил одну из ключевых атак, которая в конце концов разрушила вражеские ряды. Ебать, как интересно. Так, сам, короче, пришелся удар в эту лупу. В общем, как он стал... Как он стал Назгулом-то? Так, друзья там что-то отплыли далеко от дома. На самом деле приобрели столько жизней. Так, Нумизир не смог найти покоя, ни укрытия. В общем, у него флешбеки вьетнамские начались. Батя заметил перемены. Да, любые попытки представить Нумизиру приводили только к большему гневу. Почему мы должны были пролить собственную кровь, чтобы защитить эльфов от их же собственной глупости? Вот это. Какое им дело до нас, когда наша жизнь и так мелькает у них на глазах? Мы отдаем свою жизнь, чтобы сохранить их, но они все равно отказываются нам в вечной жизни Запада. А, я понял, их не взяли с собой на Запад, в общем, туда, в США. Затем, однажды ночью, когда он ушел от очередного спора с батей Нумизмир, посреди низкий голос: «Люди с короткими кругозорами никогда не обратят на тебя внимания». И это был Сарумян, да, Саурон. «Кто ты такой? Меня зовут Долгохер. Можешь звать меня Долгохер», — фигура ответила, опустив при этом капюшон. «Я здесь, чтобы даровать тебе тоже такой же Долгохер, как у меня. Вот, и поэтому ты... согласишься со мной вечную жизнь с Долгохером?» Так. Ну и, короче говоря, очень, блядь, очень долго тут все, да? Однажды ночью Нумизир сидел за своим столом, смотрел на колечко, лежащее перед ним, когда внезапно дверь распахнулась, обнажая его отца. Блять, интересно просто, это как, даже не могу это представить. Нумизир схватил кольцо, но достаточно быстро батя потребовал показать, что у него в руках. Ясно, батя понял, что это кольцо не просто кольцо, это кольцо Долгохера. Ну и, короче говоря, он убил своего батю. Вот, и, в общем, так. Ужас за клинка, за загара.
принесшего холодную руку смерть всем, чем безумие заставили кусаться темному лорду Саурону. Ясно. И, ну чё, загар у Вата. У тебя тоже нуминорцы, да? Блять, а почему не кавалеристы? Блять, обидно. Ну хотя бы один кавалерист должен же быть. Давай ты возглавишь тогда, не знаю, армию тогда. Раз уж на то пошло. Все. На этом закончится эта серия. Что ж, друзья, все, счастливо, пока, как обычно. 50 лайкосов, продолжаем дальше. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, тогда это видео поднимется и будет в трендах на номере один. Я самому смешно. Все, пока. Тишина!